Взрыв в полицейском участке на юго-востоке Турции. На воздух взлетела мастерская по ремонту полицейской бронетехники. Один человек погиб, и еще 10 получили ранения. Мастерская полностью уничтожена, повреждены близлежащие дома. На месте взрыва вспыхнул пожар. Но власти не спешат квалифицировать этот инцидент как теракт. Министр внутренних дел заявил, что взрыв произошел во время ремонта автомобиля. Дополнительные меры безопасности в городе не вводили. Внезапно я услышал взрыв, хотел что-то разглядеть, но это было нереально. Камни, куски железа и другие фрагменты сыпались на голову, как дождь. Едва успел закрыть лицо руками. Пришлось прятаться в автомобиле. Он поврежден. Напомню, уже в это воскресенье в Турции пройдет референдум. Гражданам этой страны предлагают одобрить 18 поправок в Конституцию, которые значительно усилят позиции президента Эрдогана. Будем отслеживать эту тему.